Hello, всем привет! Мы на канале Nesha Games, и сегодня будем играть в игрушку, которая называется Pocket Harvest. Так, давайте выберем новая игра. Тут можно выбрать язык, но, к сожалению, всего 5 языков. Ну, давайте выберем английский. Можно посетить сайт. Так, нажмем начать. Давайте напишем какое-нибудь такое имя. Так, тут у нас помощница, которая будет нам помогать строить и собирать. Ага, для того, чтобы собрать урожай, необходимо сначала выбрать помощника, ну, вернее, рабочего. Так, стоять. Ага, так. Такая мира. И мы должны поливать растения. И у нас теперь есть морковное поле. Давайте выберем вот эту вот. Так, сахарный тростник мы пока что собрать не можем. Позвать ботаника, позвать соседа. И это все можно... А, за это мы все тратим энергию. Не делать ничего, мы тратим ноль. Так, давайте посмотрим, что здесь дальше есть. Вот, мы можем выбрать второго рабочего. О, нет. Что-то мы не то полили. Это было слишком сложно для нее. Она не справилась с нашим заданием. Так, у нас, кстати, появился новый рабочий. Так, тут у нас магазин мотивации для того, чтобы наши рабочие лучше работали. Интересно, как тут что-нибудь можно купить. Так, ну давайте добавим. Давайте ей добавим. Так, выбираем рабочего, покупаем новую мотыгу. И у нас повысился уровень. Наши рабочие просто счастливы. Так, у нас есть рисовые крекеры. И отлично, наш рабочий поймал. И второй рабочий тоже поймал рисовый крекер. Так, у нас еще есть чай. Давайте дадим чай нашим рабочим. Всех накормили, всем напоили, всех напоили. Так, дали зелье. Теперь его урожай. Ну, у него будет больше урожайность. Теперь будет лучше работать. Ну, давай посмотрим на тебя, как ты будешь работать. Ну, двигаться он, по-любому, стал быстрее. Ой, дождик пошел. Ну, хотя, наверное, это и к лучшему, что пошел в дождь. Так,
Вверху у нас будет показываться погода. Тут наши подсказочки будут. Интересно, у нас вот написано 505 900 г. Это, я так понимаю, наша валюта. О, вот, кстати, мы можем что-то построить. Например, клубничное поле. Так, цветочное поле, лес, домик. О, давайте попробуем построить еще один домик. Может, у нас тогда добавится еще один рабочий? Может быть, где-то вот здесь вот построим. Ага, тут нельзя построить. Ну, может быть, здесь давайте. Так, все, отлично. Домик у нас строится. Давайте посмотрим, может быть, какие-нибудь... Так, нанять работника. Интересно, что он будет делать? Так, давайте еще одного работника наймем. Так, ну и давайте туда построим еще какие-нибудь поля. Нажмем назад и выберем что-нибудь, что мы построим. Так. Так, давайте куда-нибудь вот отсюда поместим. Ладно, пусть тут остается. Дадим всем. Так, теперь у нее повысилась скорость. Такой вот апгрейдик небольшой мы сделали. Так, больше у нас пока что ничего здесь нету. О, это, кстати, наш урожай. В самом начале мы уже заработали 14 000. Так, давайте поменяем рабочих. Есть возможность построить другие поля. Так, с этим, кстати, я еще не разобралась. Так, у нас, кстати, открылась такая вот подсолнечная ферма. Ну, вернее, не ферма, а поле подсолнухов и клубничная грядка. Так, давайте кого-нибудь поставим. Куда бы нам его разместить? Ну, например, вот здесь вот. Так, вот, все отлично. Пусть тут будет рядочка клубнички. Вот здесь будет рядка клубнички. Так. О, мы можем, кстати, повысить уровень. А нет, не можем. Так, новые работнички, может быть. Ну, пока что пусть он справляется. Так, у нас тут какой-то босс появился. Интересно, кто же это будет? Давайте это все пропустим. Так, мы можем купить участочек за 100 000, где будет очень много плодовых деревьев. И где мы сможем
делать соки. Так, у нас получено достижение. Так. И, кстати, нужна помощь. Мне, кстати, тоже нужна помощь здесь. Так, выбрать миссию. Апельсины. Давайте примемся за это дело. Так, у нас нету апельсинов. Так, интересно, что это вообще за деревья тут? Вот, кстати, вот тут вот совсем не пишется. Это просто лес или фруктовое дерево. Так, ну давайте что-нибудь строить. Так, действия, миссии. Так, апельсины. Где мы их найдем? Так, урожай. Это не то, что нам нужно. Так, смотрим строительство. Так, нет, лес мы не будем строить. Деревьев тут, по-моему, достаточно. Ну, какие-нибудь цветочки давайте вот здесь посадим. Так, что вы тут добываете урожай? Угу. Мне кажется, мне неплохо справляться с клубничкой. Так, морковку собираете? Так, морковку тоже собирают. Отлично. Так, продолжим строиться. Здесь давайте поставим подсолнухи. И, кстати, мы можем построить еще один домик. Так, давайте где-нибудь вот здесь вот его построим. Тут у нас рабочие не грустили. Что? За что мы столько заплатили? Так, нанять рабочего. И нет, он не справился с клубничкой. Для него это было слишком сложно. Тут нам пишут по поводу нашей тренировочки. Так, что бы нам еще сделать? Давайте еще посадим поля, сделаем тут растений побольше. Так, стоп, мы не выбрали, кажется, какое растение посадим. Кстати, мы можем купить еще и инструменты. Давайте посмотрим, что мы тут можем купить. Ботиночки можем купить. Так, ну у нас где-то 4 рабочих, 3. Ага, а покупаем мы их за энергию, за вот эти вот лампочки. Ну, давайте пока купим только фермерские ботинки. Так, где мы их там можем одеть? Так, нажмем назад. Так. Ну вот, отлично, все. Кажется, вот так вот мы их используем. А, нет, у нас этого нету. А, вот, все отлично. Ботиночки мы обули. И вот здесь вот еще давайте выберем. Вот
рукавички. Так, за 10 очков. Ну, пусть будет. Так, давайте посмотрим на следующего. Так, что у меня тут? Нету только рукавичек. Может быть, такой вот. Вот плечку дадим. Ага, ну это 100 энергии. У нас пока что столько нету. Так, ну ладно, давайте выберем другой домик. Так, выбираем. Ага, тут все есть. Давайте здесь сделаем ланч. Выберем ботиночки. Так, и выберем ей рукавички. Все, у нас уже два фермера полностью оборудованы снаряжением. И есть своя униформа. Так, нам, кстати, помощник наш советчик дал 30 энергии. Тут идет дождик такой вот. Это очень легкая игра, такая, посидеть, расслабиться. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!